Вот 4 утра мы встали только что, очень скоро нам выходить кататься, и я не представляю, что мы будем делать. Надо просто чем-то заряжаться обязательно. Ребят, что делаете? Кальянчик на горилке. Другие мало. Энергия зарядился? На, чувак, попробуй. Ебать мой хуй. Всем привет! Это новое видео на нашем канале, это новый формат видео на нашем канале. На канале уже есть целых две части с поездки в Сочи. Так что погнали. Метеосводка за сегодня. Сейчас вы наблюдаете карту погоды от Vandy.com. Перематываем временную шкалу чуть сюда. Оба, видите, в Сочи дождя больше нет. Сейчас нет дождя. Вот на нас не капает. Тут пиздёж, там есть, тут нет. Странно. Надо допивать кофе. Че, поедем кататься на Кондест? Конечно. Зонтиком с этим. Я хотел сказать, была хорошая идея, но большеват. Бля, что-то там. Взгляд орла. Лицо убийцы. Санка горной птицы. В общем, стоит парк мокрый, так что пошел дождь. Но пацаны где-то решили покататься. Поэтому вытирает все газетами, швабрами, кто чем может. Вон Егор. Ребята, это сам Егор Власов, убирается в скейт-парке. Пацан, короче, хороший мальчик. Пойдемте убираться все вместе. Респект! Камеру убери, молодой человек, камеру убери. Сегодня контест. Атуса, атуса, автопати, пьянка. Автопати? Пьянка, бухай. Мне кажется, мы на яхте сами затусим. О, вышло солнышко, не чуть. Солнышко, солнышко, сейчас бросок. Через сколько начинаем? Через, думаю, полчаса уже можно будет начинать. Отлично. С кайфом. Всем привет, я Дичавый. Привет. Сегодня будет жесткий контент. Фисташки, горилла, армия России, фишка. Мама, я тебя люблю. Beatles, Antiter, U-Sports, BMX. Пошлая Молли. World of BMX. World of BMX. Kick Scooter Shop, 5041 Store. Все. И местные ребята. Привет. Егор. Лев. Ярик! Ярик! Так, Самуил. Все, так и будет. Обучаемся. Все, смотрите, не будете избавиться от фонса, ребята. Все, давай, погнал. Чё-то нас задолбало почти в сарае сидеть. Надо менять свою жизнь. Да. Обиделся. В общем, похавали. Вот это все сожрали мы. Тут все в несколько слоев. Что мы делаем? Правильно. Хапаем еще с собой. Потому что кто мы? Русские, сука.
Йо. О, что? Нахуй, идите отсюда. Идите нахуй. Тебя как зовут? Потише. Ебать, что ли, не понял. Ты нам ты устанешь, мне надо выйти. Мельник, поверни сюда. Отец. Гарри Рейнольдс вышел. Что произошло? Он особо не. Нет. 33-й без происшествий. 34-й без происшествий. Он в Олимпийском парке катался. Что за пляж? Гарри рэпер один. У него вилла. Подъем. Разбуди. Подъем. До свидания. Мы жили в номере за 320 рублей за день. За эти деньги шикарный номер, две кровати, завтрак, шведский стол на две персоны. На следующий день уже погода была намного лучше, и мы пошли обратно на яхту. Говорю, блинами главное не блевануть, когда в море будет. Катались на яхте, мы отправились в город, обратно в Сочи, в наш дом, который мы снимали, чтобы я и Лиза могли собрать вещи и на следующее утро уже улететь в Питер. Пошел самый сильный ливень за эти дни. Но мы об этом, кстати, еще тогда не знали. И смотрите, чем мы решили заняться в ночь, и в которой шел адский ливень с грозой. Guess what? I'll split your fucking head open again.
Ну, как вам вот такой вот дрифт на велосипеде? Это реально было жестко, потому что те, кто были в Сочи, 100% знают, насколько резкие там спуски, подъемы и так далее. Но, так как я самый умный на этой планете человек, я решил оставить обувь сушиться на улице. Здесь жарились блинчики, а здесь жарились мои кеды. И слово «жарились» тут не случайно. Да, я их спалил. После чего нам приехали местные парни, проводили нас. Респект им за это, надеюсь, еще все вместе затусим. Ты вообще нормальная? Отстань. Все, собрался, едем в аэропорт. Мы будем скучать по тебе. And guess what? I'll split your fucking head open again. Cause I'm fucking stupid. R.I.P. to my dead enemies, I'ma smoke all day and finish my D's. Put one till you don't, then watch you bleed. Counting my money, I'm taking your green. Begging for your life, but don't say please. Finding your body, you're dead on your knees. Ну все, это двухнедельный трип закончился. То если вам понравилось видео, ставьте лайки. Тут пипец как холодно, я вообще... Пишите комментарии, это очень сильно мотивирует. К сожалению, после двухмесячного перерыва на нашем канале статистика упала ниже некуда. Всем спасибо, с вами был Ридерсдейл, пока.